Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Сегодня мы с вами будем готовить мое любимое с детства блюдо, и это ежики в духовке. Вообще-то такие ежики можно сделать и на сковородке, но мне больше нравится в духовке. Мы будем делать очень вкусную сметано-томатную заливку. Сначала нам нужно сварить рис. Для этого мы наливаем в кастрюлю воду, солим ее и ставим на плиту, и ждем, когда она закипит. Пока рис варится, займемся луком. Чтобы фарш получился сочным, в него лучше всего добавить луковицу. Но мы ее жарить не будем, мы ее сейчас положим в блендер и измельчим до состояния пюре. Вода у нас закипела, теперь мы кладем туда рис и варим 20 минут. Но лучше, конечно, прочитать, что написано в инструкции на упаковке с рисом. Наш рис сварился, теперь нам нужно аккуратно открыть пакетик и пересыпать рис в тарелочку. Вот столько риса у нас получилось из двух пакетиков. Нам не обязательно использовать для ежиков весь рис целиком, мы можем часть риса оставить на гарнир. Теперь мы с вами берем большую миску и собираем наши ежики. Нам нужно соединить здесь рис, лук, который мы измельчали в блендере, и фарш. И не забываем добавить в наши ежики немного соли. Но помните, что рис мы уже солили, когда его варили, поэтому с солью важно не переборщить. Теперь вымешиваем наши ежики. Это, конечно, эстетичнее делать ложкой, но вкуснее будет, если мы будем делать это руками. Когда вымешиваем фарш, стараемся его отбивать. Берем вот так вот руками и кидаем. Мы замесили с вами фарш и теперь начинаем формировать ежики. Скатываем их руками и кладем в форму для выпечки. Ежики готовы, теперь нам нужно приготовить подливку. Для этого мы смешиваем сметану, томатную пасту и немножко водички. Заливаем наши ежики и убираем в духовку. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 40-50 минут. Очень вкусно, очень. Приятного аппетита!